Привет, друзья! С вами Андрей Чайкин. Мы в походе. Вот. Мы в походе с командой. Вон там у меня Маша, Даша и Санек. Еще в догоне Вова с Катей. Но они поперли в магазин. У нас вообще сегодня день догонов и ожиданий. Вот. Началось с того, что я не поглядел в расписание, оно изменилось, и мы все собирались на 12.02, потому что должен был ехать Витек, а он просто очень далеко живет, и мы под него подыгрывали, чтобы ну, нормально подъехать мог. А Витька запахали на работу, значит, Витек не приехал. Мы приехали с Сашкой в половине 12 и обнаружили, что наша электричка уходит через 4 минуты, а девчонки еще не пришли. В общем, в результате мы полтора часа ждали. Вот. Потом мы еще ждали полчаса, пока Вовка подъедет к нам. Сейчас Вовка побежал в магазин. Вот, с Катей вместе. И они уже в догоне. Ну, вы видите, там закат солнышко идет. И мы уже, вот я вытянул фонарь поближе. В общем, судя по всему, мы ставиться будем уже в темноте или в таких густых сумерках. Но, мягко говоря, нам пофигу. Главное то, что мы все-таки вышли в поход. Всем привет, наконец-то походим. Маша, не прячься, поздоровайся с людьми. Привет, чебуреки. Дашка, ну ты как всегда. Ура. Всем привет. Я сегодня конь запряженный. Вот моя повозка. Короче. Я в лесу. Я подумала. Это вся. Блин, все, я вспомнила, как мне тут ходить. Помнила? Да. Не, ну у меня одна. Я тебя позвала. Мы отдыхаем. Я немножко так упарился. А Саньку какой-то важный звонок, он сидит, стоит, болтает. Вот девчонки бродят вокруг, потому что говорят, что они замерзают. Все, солнце уже зашло. Вот там это не плацдарма для палатки. Так вот, если кто на нас ночью наткнется, не поймут, наверное. Я черный ворон, я черный ворон, Ну как-то так, да. Саня пилит ствол. Я собираю кабана. Он еще вот в рюкзаке. Точнее, в санках. Вова сейчас не виден. Он топчет сортирную тропу. А девочки собирают сами палатки, чтобы потом я модуль соединил. В общем, все при делах. Ой, народ. Мы уже давно в хате, давным-давно сидим в домике. У нас такая модульная сегодня опять палаточка. Вот. Но в отличие от прошлого раза, мы пришли с кабанчиком. Поэтому очень жарко. Вот. Кабанчик... Сюда переведи камеру, пожалуйста. Сейчас, да. Вам надо вот эту вот загородочку поприжать посильнее, а не ногами ее сюда загибать. Очень жарко. Как Геннадьевич, очень жарко, и нам как очень жарко. Очень жарко. Очень жарко. Да, Санек, скажи, там, что жарко. А, блин, на камеру видно. Очень жарко. Очень жарко, да. Жди, не попарать.
прихорошился. Опять холодно стало, да? Как будто откуда-то подуло. Потому что я только что подложил свежие дрова. О. Чё? Салют. Свет вот пошли. Всем привет, друзья. Так лучше? Уважаемые зрители. Наоборот, свет, они Санька не видно. А я тень, что мне подсвечу? Мне слышать надо. Улыбнись мне глазами полными слез. Мы стоим на мосту, так иди к нам. Хочешь, помолчим, а хочешь, выпьем вина. Эй, Богу, не нужен твой невроз. Улыбнись мне глазами полными слез. Это песня тому, кто режет кук. Да. Самых нежных и любящих глаз. О, Боже, Боже, сделай так, чтобы стало светло. В общем, пока мы, кажется, тут попили чаю, пока мы поели сосисок, вот. Пока сняли сюжет про гитару. Ну, сейчас, наверное, часов 10, наверное, уже, да? Вот, и я только начал готовить ужин. Машка уже отрубилась, вот она тут рядом лежит. Вот здесь вот сейчас сниму. Вот, как гусеничка такая, говорит, мне отложите, я завтра утром съем. Вот. Такой у нас получается долгий ужин. Даша сейчас выступила с рациональным предложением, что в зимней палатке нужен второй этаж, потому что все тепло вверх идет. С Новым годом! Китайским. Да, кстати говоря, китайский Новый год продолжается. Да, народ, в общем, эта вкусняшка, которую я хотел было сделать, она получилась вкусной, но не такой, как я ее задумывал. Поэтому я буду без подробностей. Вот. Как-нибудь в следующий раз покажу, как я ее делал. Когда у меня она получится так, как я задумывал. Я прям классный. Да. Шучно. Голова теплеет. Вова сначала порезал перец. Да, руками схватился за глаз, ему защипало, дали салфетку гигиеническую, такую спиртовую. Он ее в глаз засунул. Да, это явно. Получилось. Мы тут решили добавить еще в это овощное, как говорится, замес этот, добавить еще кукурузки. И все в таком соусе терияки. И это вкусно. Эй! Второй ангар. Как это? Хавка. В процессе употребления, но по вкусу вкусно. И по сути вкусно. Ну, это роллы экспромтом. А именно, расскажи. Ну. Ты просто рис сварил, блин. Мне кажется, там было рис. Там напихал туда нори. Там тоже был. И нори был. Просто это все было слеплено. Попытки изначально специально этой бамбуковой штукой получилось полная хи**. И в итоге я лепил пельмени и суши. Ну, мы втроем сидели, мы брали, короче, хлебом оборачивали. И морковку внутрь. Не, там был сыр еще этот, хитропопый сыр этот, я не помню, как он называется, но этот Филадельфия, вот так. Брали, короче, вот щепотку риса, ну мы смачивали это солененькой водичкой пальцы. Рис готовый брали, там тоже в каком-то хитрожопом уксусе сварен, короче, ну все по рецепту, сушеный рис. Вот. Брали рис, как вот пельмень, вот тесто берешь, вот так мы вот разглаживали, туда, короче, ложку этого сыра, вот так вот, короче, это комкали, крутили, и сверху лосося. Получились такие, короче, уродливые кружочки, но они были очень вкусные и большие. А то бывает закажешь суши, а там тебе привезут, типа, ну, хлеб с морковью. Между прочим, давай не это, хлеб с морковью.
топовая тема. Ну вот, сыр Филадельфия надо добавить. Ленивый пирож. Сыра нет. Ну, судьба такой. Есть бекон, есть грибы. Это на завтра. Или мы не будем завтра готовить? Да знаешь, Геннадж, я уже не уверена. Потому что мы вообще... Проснемся. Вот тогда будем готовить. Ничего никогда не хотим. Утро, но вокруг сонное самое царство. Проснулся только я и Дашка. Завтрак. Дашкин режет. Только начинает. Да, Дашкин какую-то вкусняху будет делать. Я помогаю. Санек только проснулся и говорит, что он что-то помогает. Я вообще и глазами резать. У меня острый взгляд. А Машкин сейчас морально готовится к разрезанию бекона. Бекона, да. Что там? А Вова с Катей снаружи проводят... Тренируются. Да, Вова проводит тренировку Кати, как правильно рубить дрова. Вова, а? Расскажи, как ты ночью желтый снег ел. Я не ел ночью желтый снег. Ты его пил? Нет. Да не ладно? Мне тебя заложили, блин. Да, конечно. Они врут. Рассказывать. Врут, да. Тихо, у меня кофе. На самом деле, они просто не видели. Там снег, он намокший был. Поэтому он... Поэтому плюнул первый ты, когда... Нет. Там, я расскажу. Там был чай в котле.
Вот, я туда бахнул снега и поставил на печку. Когда я снял котел, там уже был практически чай. Там был желтый снег. Чаинки дали такой цвет. Да, да, да. Я... А что да просто Дашке хотелось, а лениво было выходить, блин. Дашка всегда хочет писать. Только я вчера всегда выхожу в туалет. Ну, кажется, раз на раз не приходится. Правда. Кто тогда это мог сделать? Может быть, Саня? Вот. Да нет, Саня дрых, он уже сразу оттуда. Между прочим, если вы не заметили, Саня еще ни разу не выходил из палатки. Выходил. Когда выходил? Один раз вчера перешел. Угу. Интересное наблюдение. Так вот, что пил Вова. Это все пили, это во-первых. Не, обобщай. Мы с Машкой спали уже. Я только сквозь сон видел, как ты колдовал над чайником. А потом не заложили тебя, сказали, что... А Вовчик пил желтый снег. Заложили-то те, кто сами пили. Присоединились, да? А может, это был все-таки не чай? Дашкин. Теперь Дашкин сидит у меня на ногах. Ну, не совсем. Ну да. Она попыталась сломать мне ноги. Но ничего не вышло, к сожалению. Не получилось, как-то, да. Зато там народ балдеет, да? Дашку сплавили, козырно. Чувствую плацдарм. Дашка у нас готовит вкусняшку. Даш, там морковь, уже... грибы, перец, красный, карри, соевый соус. Будь здоровым, Маша. Спасибо. Короче, это типа макароны с овощами и беконом. Да, я такую всегда готовлю, это мое. Рецептура меняется, но одно и то же почти. Но принцип остается. Да, принцип тот же. Дашка плавится. Это все то. На улице погода. Это кавказские травы. Что, нам на одной пачке? С гранатой в кармане, чекой в руке. Мне чайки здесь запели на знакомом языке. Я отходил спокойно, не прятался ни вор. Колесами печалью в небо смотрит пруизер. Когда туман растаял и поныла луна, со смены не вернулась молодая жена. Вода отравится, погаснет свет, утихнет звук. Тебе я больше не вернусь, такой теперь я друг. Уходим, уходим, уходим. Наступят времена почище. Бьется родная, в экстазе пылая, Владивосток 2000. Уходим, уходим, уходим. Наступят времена почище. Бьется родная, в экстазе пылая, Владивосток 2000. Есть этот гигантский, который на минус 10. Школьный? Школьный. Это должен пердеть. Генок, это вам с Машкой. И горох. А что там? Давай. Ну все, поели, можно и собираться. Привет, народ. В общем, я параллельно делюсь с вами и рассказываю Даше про ситуацию, которую мы сейчас хотим озвучить в этом коротком ролике. У меня есть приятельница, ее зовут Аня. И не так давно она мне скинула видео Вована, сына Геныча, про трагедию на 30-м маршруте. Вот. Говорит, вот какие страсти бывают. И, в принципе, она вот любит смотреть видосы на туристические разные тематики. Я смотрю это видео, до этого я его не видел, смотрю, Вован.
Она такая, в смысле Вован? Я говорю, так и так, это сын Геныча, как бы, мы знакомы, а с Генычем я непосредственно хожу в походы довольно часто, скидываю канал Геныча, и теперь она смотрит Геныча. Поскольку мы сейчас все здесь, я бы хотел передать привет ей. От Геныча. И попросить Геныча также передать ей привет. Аня, привет. Я очень рад, что ты смотришь мой канал и канал Вовки. Супер. То, какая ситуация у нас здесь сложилась, лишний раз подтверждает интересную теорию о 5 рукопожатиях. То есть все люди на Земле через 5 человек друг с другом могут познакомиться. Помните, было в «Елках» такая ерунда? Маша не верит. Я не смотрела «Елки». Да не веришь. Ну, возможно, это так, но я не смотрела «Елки». Но Земля круглая штука. Да, Земля круглая, рано или поздно. Рано или поздно мы прибежим. Вот так вот. Ну, привет тебе, народ. Ну, мы уже в поезде, как вы видите. Снимать не было возможности на маршруте, потому что мы шли в темноте, как обычно. Вот, но мы уже... Да, мы всегда в своем репертуаре, поэтому, друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, Дзен и Телеграм. И, друзья, ходите в походы, но с правильной подготовкой, и будем вместе продвигать адекватную походную движуху. С вами был Андрей Чайкин, позывной Геныч. Пока.